16 лет проходит на Елагином острове акция «Стекло и керамика в пейзаже». Эта акция объединяет профессиональных художников, керамистов, художников по стеклу. Но мы уже завели традицию приглашать в гости художников других видов прикладного искусства. И в данном акции в этом году принимают участие наши металлисты, художники по металлу, текстильщики. И таким образом рамки акции расширяются, виды искусства разнообразятся, дополняют друг друга. В акции изначально принимало участие порядка 30 человек. Сегодня это уже более 200 художников, имеющих специальное художественное образование. При этом принимают участие как народные художники России, например, Владимир Николаевич Гориславцев, Валерий Галкин, академики, заслуженные художники, как Наталья Гончарова, допустим. И одновременно рядом с мэтрами, рядом с уже действительно экстракласс профессионалами, выставляют свои работы молодые авторы. Это и только принятые в Союз художников ребята после высших учебных заведений специализированных, и студенты специализированных кафедр. Основная цель выставки – поддержка профессионального искусства. Сегодня очень моден крафт, всевозможные студии, рукоделие – это замечательно. Но это, с одной стороны, развивает человека самого лично, а с другой стороны, начинает проникать в профессиональную школу, в профессиональное искусство, на профессиональные территории. И это понижает уровень восприятия, понимания, задач, возможностей профессиональных художников. Мы стараемся смотреть за тем, чтобы не было вот этого не было этой смеси экстра-класс вещей, когда думает автор, когда вкладывает душу, силы свои, создает специально для ландшафта крупные произведения. И просто пришел, приткнул, поучаствовал, похвастался, я вот на такой поляне. Вот мы стараемся очистить поляну вот от этого крафта и случайностей. Не всегда это получается, потому что 200 человек, за всеми не уследишь просто-напросто. Но в этом году уровень выставки очень хороший. И география достаточно широкая. Вот когда не было пандемии, здесь были иностранцы, финны часто у нас выставлялись, австрийцы, нидерланды, немцы, из Америки был автор и так далее. Турция выставлялась у нас здесь на поляне, прибалты, естественно. Но даже при нынешней ситуации Минск акция сразу представляет международный характер. Да. Остался здесь человек из Минска. Представляет Минск. А так, это Москва, Петербург. Постоянные участники выставок Красноярск. Просто огромный привет и уважение профессуре Красноярска, которая через всю страну машиной гонит свои работы. Там 9 больших упаковок, прекрасные вещи. В этом году замечательно совершенно выступает колледж художественный из Абрамцева, Подмосковье. Угу. Специально адресно сделаны крупные работы. Тематически соответствуют открытому пространству, природе. И они просто такой когортой мощной выступили, что радует сердце. Москвичей очень много приехало. Угу. Если говорить о стекле, то стекло – материал достаточно сложный. Заводы закрыты, производств нет. Частные мастерские, только фьюзинг, спекание, выдувное стекло – это проблема, большая проблема. И поэтому стекло, как я шучу, стекла много не бывает. Вот немного стекла. Но уровень стекольной поляны павильона под флагом высокий. Там уже все выверено, продумано, хорошо выполнено, что называется, мал золотник да дорог. И пригласили металлистов в этом году, вот народный художник России Галкин, да, академик. Чем хороши вот эти пленарные выставки? Тем, что произведение со зрителем в открытом диалоге. Вот Галкин сделал прекрасный такой кованный бантик, бабочку. Угу. За бантиком стоит маленькая подставочка. Посетители фотографируются с бантиком железным, чугунным, кованным у себя на шее, так сказать. Угу.
И вот этот диалог, он во многих работах прослеживается. Интерактивные вещи, вот Добразян постоянно их выставляет, да. Крупные, объемные. Специально такие, делает их для выставки. Специально делает, да, для выставки масштабные вещи, вращающиеся, динамичные вещи и так далее. Включает зеркала, композиции, это отражение, световую игру, да, дополнительную. Поэтому зрителю не скучно. И вот это непосредственное, без каких-либо элитарных требований, диалог, общение с профессиональным именно искусством, это большая вообще и важная задача, которая перед музеем была поставлена, и музей поставил перед художниками. Потому что в выставочных залах зачастую просто публика не придет, она, ну, как-то пройдет мимо, это не для меня, мне не интересно. А здесь, когда утром в 7 утра бежит, спортом занимается человек и вдруг сталкивается со змеей, выползающей из земли керамической, это вот такое шоковое восприятие культуры. А дальше уже интерес пробуждается. И у нас есть постоянные посетители, которые ходят, ну вот акция 16-й год идет, слышим за спиной, я уже 5-й год хожу, а я уже 10-й год. Зрители, да, именно? Зрители, постоянные. Именно постоянные зрители. И здесь нет вот такого навязывания, вот посмотри, вот запомни, вот видишь, это культура, это там вот произведение искусства. Ребенок легко общается с этими вещами, но и художник готовит такие вещи, которые интересны. Очень много цирковой темы, анималистики много, много тем природные мотивы и так далее. И там последняя капля, вот как решил Александр Гладкий свою работу, на маленьком пятачке опоры огромная керамическая кобальтовая капля. Это творчески, технически достаточно сложное решение, но остроумное, точное, да, дожди всегда нас сопровождают. Вот последняя капля, ждем ее, вот она упала, может быть, не будет. Ну и то же самое на стекле. Вот, вода, пространство, отражающие поверхности, светоносность стекла, прозрачность его. Это все игра. Игра и художественная, и природная. Ленд-арт – популярнейшее движение мировое. И сегодня важно не просто на фоне, а вместе, в соавторстве, в соитии, в образном решении включить вот этот момент природный. И удивительно, когда ты утром приходишь, одно освещение, одно состояние, одно настроение. Пошел дождь, сменилось настроение. Внеслась какая-то, ну, привнесена нотка грусти, там ожидания, окончания дождя, прохлады. Извините, закат пошел. И своя красота отражения, потому что в керамике очень много глазурованных вещей, тоже свет играет в них. Стекло само по себе уже отражающий, пропускающий материал. И знаменитая работа, она сейчас в Русском музее, у Александра Гордина, «Святой Себастьян», когда из листового стекла прогнутый силуэт фигуры Себастьяна, и вот грозовые тучи идут, и ты понимаешь, какая драма, страдания. Солнце упало на эту работу, это бессмертие, это воскрешение, святость. Это и есть включение пейзажа, природы, света, вот, в решение художественного образа. А можно спрошу, вот поскольку в этом году, кажется, первый раз металлисты так представлены, да, и ткачи уже были год назад, по-моему, да, уже не первый раз. А вообще не поменяется ли формат выставки? Не станет ли это не только керамикой, в самом названии даже? Как-то вот это, нету таких мыслей? Или это пока... Вы знаете, мы называем эту тему «гости». Гости нашей выставки. Были текстильщики, гости, они остаются гостями. Гильдия как раз текстильная наша, петербургская. Металлисты у нас периодически принимали участие с самых первых выставок, потому что металл и стекло, они соседствуют. Посмотрите на современную архитектуру, вся металлическая конструкция и стекольное покрытие. То есть сегодня стекло
от маленькой линзочки дошло до архитектурных небоскребов, масштабов. Это весь 20 век такой. Поэтому они и в пространстве города тоже ведь соседствуют без конца. Поэтому это такое органичное явление, во-первых. А во-вторых, поменяется, не поменяется формат, жизнь покажет, она сама все расставит. Мы сейчас, вот через год, вот после этого карантина, мы же все очень тяжело выходим из этого состояния. С одной стороны, мы все были счастливы встрече, общению, вот этому празднику, который для художников самих праздник. А с другой стороны, мы за год, как я говорю, ну, застоялась телега, заскрипела, тяжеловато. И если можно, несколько слов, вот надеемся, что все-таки постепенно наша пандемия сойдет на нет, и будут еще следующие выставки. Как попасть, если будут желающие из других городов, ну или даже из Санкт-Петербурга, куда писать, куда обращаться, попадет ли работа? Ну да. Организаторами акции является Елагино-Островский дворец-музей. Ну вот я курирую этот проект уже 15 лет, Власова Елена. И на самом деле основное условие попадания на выставку – профессиональное образование. Специализированное профессиональное образование. Стекло, керамика. Потому что вот эта студийная история – это не про нас. Это не для нас и не про нас. Уже говорила, проникать проникают, но мы отсекаем. И в этом году мы строго уже отбирали и смотрели, чтобы не свалиться и не скатиться вот в этот крафт, вот в это вот рукомесло. Ярмарку такую, да? Ярмарку такую, да, базар. Вот, писать на Елагино-Островский дворец-музей. Хочу принять участие в выставке «Стекло и керамика в пейзаже». Это на сайте можно найти имейл, да? Можно найти, да, имейл, и там уже переправят. И даже сайт ЦБКО. Хочу принять участие, там, переправьте к организаторам, тоже найдут нас и так далее. А когда, в какое время, что мы, да, озадачиться, это за месяц? Обычно вот 12 мая, да, в день традиционно, не мая, нет? Июня, да. Ну да, там три праздничных дня, и мы вот к 12 июня как бы привязываемся, как правило. Значит, мы к этому времени проводим всегда выставку. Но готовиться заранее, вот большие работы, серьезные работы, это и полгода, и год кто-то вынашивает эти мысли, это уже действительно адресные вещи. Это художники готовятся, художники, да? А вот именно развитие. Обращаться, нет, обращаться к вам... Да, за месяц. За месяц, да, где-то, за месяц, да? Где-то уже мы должны посмотреть. В этом году я просила всех, чтобы фотографии присылали, если мы не знаем автора, потому что, как правило, это все-таки базируется вокруг школы Санкт-Петербурга, художественно-промышленной академии, или Москвы, Строгановская, или Институт культуры, там, где есть кафедры профильные. Ну и, соответственно, преподаватели, педагоги знают друг друга, знают своих студентов, выпускников, их карьеру, развитие. И сарафанное радио помогает. Но вот если со стороны кто-то пытается прийти, попасть, надо работу присылать, посмотреть. Может быть, человек очень талантливый. Вот уже есть. А вот какие-то вещи, по идее, тут могли бы вообще в парке находиться, да, вот крупные, но пока нет такого, да, вот на каких-то площадках, ну, уже, да, стать... Это вопрос охраны. А, да-да, то есть это пока непростой, да? Это непростой вопрос. Здесь ты объявляешь много-много раз, не трогайте, не садитесь, не ложитесь, палочками не стучите, это даже не смешно, потому что эти палочки — это такой враг тонких, хрупких вещей, а родители часто не понимают, что... Ну, поскольку детей много маленьких, да, и мы видим, что все гуляют, это иногда сложно. А сам материал крайне хрупкий, да? Конечно. Ну, за исключением, может быть, металла. Ну, конечно, конечно. Ну, вот сегодня последний завершающий день, а вот есть ли каталоги вообще, да? Вот какая-то информация, да, остается, мы да? Мы делаем издание, и мы можем подарить вам такое издание сейчас. Да, мы... уже, наверное, каталогов 5 выпустили. Мы их группируем. 3 года, 5 лет первый каталог был. Ну и вот так вот поэтапно до 17-го, до 18, включая 17-й год, с 2005 по 2017 год
издания есть. Угу. Они есть, они раздаются художникам. А вот 18-й, 19-й и вот 21-й, ну, будем надеяться, нам выделят денежки, мы напечатаем. Угу. Съемка проходит постоянно, в интернет выкладывается огромное количество информации. Ну, акции. И зрители тоже всегда выкладывают. И зрители, да, выкладывают. И удивительно, меня приглашали, ну, несколько лет назад на Байкал, на керамический симпозиум, угу, который проходит там. Ярошенко Татьяна его ведет со своим супругом, замечательный симпозиум. И, ну, приехал искусствовед из Петербурга, хорошо. Международная компания, сидит керамистов, что-то лепит там под тентом закрытым. Ну вот, искусствовед, куратор выставки «Стекло и керамика в пейзаже». Да, мы знаем, говорит Прибалтика, говорит Турция, как ни удивительно, говорит Узбекистан, говорит фактически весь СНГ, все СНГ. Ну, по хэштегам, это же и в Инстаграме, и просто уже тысячи, тысячи работ, и это уже, ну, боюсь сказать, бренд, но на самом деле уже бренд. На самом деле это уже бренд, потому что Российская Академия Художеств очень внимательно относится к нашим акциям. Мало того, что сами члены Российской Академии Художеств принимают участие в этой выставке, ну тот же вот металлист Галкин, он академик, Гориславцев академик, ну Юлия Николаевна Мерзликина, член-корреспондент там Академии Художеств, но и... что называется, вот теоретический состав Академии Художеств говорит о том, что поляны дают развитие, потому что на сравнение школ, на сравнение почерков, идей, решений, и в одном месте собрать столько разного и разновозрастного, это интересно. А вообще выставка, ну, если я ошибаюсь, поправьте, первая в России, ну, по крайней мере, одна из первых, это было стекло на снегу не в Абрамцево, а в Царицыно, да? Вот все-таки москвичи как-то эту тему начали. Ну, она есть вообще у них в Москве? Она есть, да? Там такая история. Первыми начали вообще в Европе. Ленд-арт, это направление, течение, ну, с середины 20 века уж точно. Москвичи подхватили. Это начало 2000-х. Как-то так. Мы начали, наша первая акция, 2005 год, Москва уже делала, на базе Царицына. 10 лет, по-моему, они продержались. После этого... Ну вот с 2005 года мы стоим, держимся, дольше всех, вот 16 лет, считай, сейчас. И не так давно, может быть, год или два назад, Кускова начала развивать тоже это направление. И у них не так многочисленно, не так по географии полно, как у нас. Вот. Но, тем не менее, они пытаются эту историю развивать. В летнем формате тоже, да? В летнем формате, да. Зимой у нас очень сложно делать. С погодой? Очень, да, переменчивая погода. Мы один раз сделали в 2005 году. Первый день в ночь мела метель. Может засыпать, может залить. Засыпала все экспонаты. Мы по холмикам на ощупь откапывали их. Просто пришли. И холмики. Посмотрите налево, посмотрите направо. Это было только стекло. И мы, конечно, и холодно. Ну да, 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 да. Это... Вот. А второй день пошел дождь. И это тоже приятно совершенно. Вот такая петербургская зима. Поэтому художникам эта тема понравилась. Ой, пейзажи, ой, вот такие эффекты, настроение, эмоции. Музейщикам это не очень понравилось. Мы, конечно, вымотались, потому что ты должен смотреть за работами, ты должен контролировать то, что происходит, чтобы ничего не покрушили. Ну и сами художники, наверное, переживают риски, да, все-таки? Конечно, есть риски. Да. Риски есть. Самое ужасное, это, конечно, погода, потому что был несколько лет назад...
монтаж же в 10 утра начинается, и уже приехали. А пока шел монтаж, ветер, там дождь, еще что-то. Оказывается, уже штормовое предупреждение, и закрыты были все парки, а мы работали. Угу. Вот это вот было потрясающе. Но тем не менее, выстояли, и выставка была, и все прочее. В этом году вот нам повезло, 3 дня, солнце. Легкий дождь даже приветствуется, Освежает, освежает. Питерские люди не балованы, поэтому... Нам, да, хорошо, не так жарко. Поэтому погода. Но это вот именно Петербург. Так что в Москве по суше, поспокойнее. Спасибо большое вам, как куратору, спасибо всем художникам, которые участвуют. Сегодня вот последний день, собственно, уже приглашать немножко поздновато, но можно приглашать... До 6 вечера еще петербуржцы успеют доехать. Да, ну и на следующие, так скажем, выставки, да, наверное, будем надеяться, что будет расширяться, и опять границы раскроются, да, и опять будет много иностранных гостей, что всегда тоже, наверное, приятно и интересно. Но в музей стекла пусть приходят круглый год. У нас замечательный музей стекла. И это, собственно, стекольная линия это и была. Первая выставка была в 2005 году «Стекло на траве». И только потом, в 2006, мы подключили керамику, потому что в выпускающих вузах и Москвы, и Петербурга кафедра сдвоенная была. Стекло и керамика. Да? В Москве она сейчас это 2 разные кафедры. Кафедра керамики и кафедра стекла отдельно. А у нас так и остается кафедра стекла и керамики. Материал проходит, что керамика, обжиг, что стекло плавится, там варится на высоком огне. Вот огонь объединяет. А еще хотела бы отметить, что теперь у вас же есть своя стекловаренная печь. Мастерская. А она никак вот не идет в параллель? Может быть, какие-то художники там делают прямо мастер-классы? Такого пока нет? Да нет, это все есть по одной простой причине. Это наши выпускники, мои же бывшие студенты, Алексей, Ирина, те, кто и выдувает, и руководит мастерской. Это художественно-промышленная академия Штиглица, кафедра художественной керамики и стекла. Наши выпускники. Да, несколько лет назад мы открыли впервые в России при музее стеклодувную мастерскую, потому что, как правило, если есть какие-либо демонстрационные печи, то при заводах, а здесь при музее отдельно завода нет, а стеклодувная мастерская есть. И что самое важное, то, что это разработка кафедры, вот эти печи, которые сейчас стоят в стеклодувной мастерской, это первое, второе, это печи для выдувания, не спекания, фьюзинга. Подобные печи есть по мастерским сейчас и в Москве, и в Петербурге, и в России. Но это все-таки листовое плоское стекло, которое спекается, ну, проминается, может быть, при малировании. Но вот выдувное – это уже дефицит. И вот у нас как раз выдувное. Ребята принимают участие в выставках, работают в мастерских и делают. Но они сейчас работают в праздничные дни. Да? Да, конечно, у них посетители. Можете пройти, посмотреть, поговорить с ними тоже. Это чудесная команда, чудесная работа, они развиваются. Печки маленькие, поэтому объемы как бы такие большие пузыри там не надуешь, но они ухитряются как бы наращивать эту форму и уже красивые высокие кубки вертикальные а-ля Италия уже делают. А я знаю, что даже можно не только посмотреть, но и даже есть возможность поработать с мастером, да и даже чуть ли не детки это могут сделать, Даже мастер-классы, обучающие классы, да. И это есть, так задумано, и уже есть свои, что называется, завсегдатаи, любители и такие люди, которые постоянно приходят, работают, и развиваются и учатся с прицелом потом самим что-то делать из стекла. Это материал завораживающий. Это такого рода единственная, наверное, мастерская в Санкт-Петербурге, где вот можно так вот прийти, свободно посмотреть. Ну, да. Понятное дело, что нужно купить билет. Профессиональная, но... профессиональная, подчеркиваю. Потому что оба, и Ирина, и Алексей, закончили Штиглица, кафедру стекла. Они оба художники прежде всего. И так как
понимание есть, что сегодня стекольное производство в стране в тяжелейшем состоянии, заводы закрыты, а подобные ремесленные специальности передаются из рук в руки. И мальчишки приходили на заводы стекольные с 7-8 лет, помоганцами, там еще что-то. И потихоньку. Ну, были же целые династии, конечно, в общем-то, обучались выдуванию, там, обработке, ну, всему-всему-всему. Из рук в руки профессия переходила. Да. И вот тут профессионалы именно работают, не любители, что-то там шарик выдуть, приклеить, что-то там, и все. А вот музей стекла у нас теперь есть, ура-ура. А вот музей керамики есть в Петербурге? Да, есть музей керамики, он частный. Это Константин Лихолад создал его. В Петропавловке, да, который? Ну, вот, вот там небольшой. Лихолад. Что называется, его идея, Константина Лихолад. Он реставрацией занимается сам. Частный музей такой есть. И он большой энтузиаст, он большой любитель, ценитель, издатель. У нас есть коллекция керамики, мы собирали, собираем профессиональный, современный, старый. Может быть, пора уже и музей керамики открыть небольшой, с мастерской, была, да? Есть, и желание есть. Ну, хорошо бы, чтобы наше желание было услышано и нашим руководством. Давайте его поматериализуем, отправим куда-то в воздух. Дело в том, что Ленинградская школа одна из самых сильных школ европейских керамических. Просто мне кажется, что он буквально просится вот сюда уже, и наверняка бы и дарили, и в коллекции, именно музей современной керамики, да, потому что, ну как же, как же. Очень высокий уровень. У нас была такая выставка, которая звучала действительно на европейском уровне. Это конец 70-х, 80-х. Одна композиция. Да. И на нее очередь стояла. Она была закрытая выставка, без выставкома. Очередь от Фонтанки в Союз художников стояла. И Басилашвили, и Товстоногов, и Фрейдлих, и так далее. Ну, в общем, приходили все. Это было событие культуры. Приезжали из других республик посмотреть. Концептуальный один объект нескольких художников, вот одна композиция, и выставка лет 10 просуществовала, потом закрылась. Между прочим, в наших акциях члены одной композиции группы продолжают принимать участие, в частности, вот Гориславцев, Золотков Лев Степанович, Корнилов Геннадий Николаевич, ушедший в пандемию от нас и так далее. То есть Задорин Александр, блистательный керамист совершенно. Это группа, когда мы сказали о том, что на Елагин керамику, на открытый воздух, они ответили, это была наша мечта, именно на Елагином, именно вот на этой восточной поляне поставить керамику. Теперь их дети тут, поколение уже, и внуки даже, и внуки уже подросли, и взрослые. Да, так что... Видите, как-то имеет все-таки некое продолжение, хотя не все реализуется иногда как в то время, когда хотелось бы, но все-таки вот есть вот это движение, есть, да? Есть, да, есть. Очень хотелось бы, чтобы эта идея материализовалась реально, потому что музей керамики, ну, это, во-первых, настолько древнейший материал, и настолько он с человеком идет вот рука об руку, из рук в руки, рукотворный абсолютно, близкий, родной, теплый, нарядный, уютный и так далее. И, конечно, предыстория, история, современность, все многообразие форм, крупных, мелких, там, скульптурных, прикладных. Ну, это очень интересная тема. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, потому что, ну, судя вообще по количеству работ, я думаю, что художники бы даже и сделали бы дары, да? Обязательно. Да. Потому что многие, конечно, беспокоятся, куда многие работы, да, чтобы они нашли достойное место, и это было бы здорово, конечно. Да. Вот. Ну, будем надеяться. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо.